впечатление, что стекло стучит. Тут двухкамерный пакет. По-моему, среднее стекло. Это плохо закреплено.
Так, навигатор Яндекс показывает, что находимся на полпути между Татарском и Калачинском. С правой стороны поселок или город Ивановка. Поселок, по всей вероятности, а может быть маленький город, надо по карте смотреть. Дальше по ходу движения Илюшкина, деревенька, наверное. Уровень сигнала Билайна и Викафона одинаковый. Ресторан «Вагон» идет. Вкусные горячие блинчики. Тоже дают чай, блинчики. Блинчики горячие. Блинчики горячие, вкусные горячие. Скорость нормальную раскочегарил, 115, 116. Навигатор предупреждает о превышении скорости. Нормально. Запись пока идет на левую карту. Thank you.
с правой стороны по ходу деревни Илюшкина. Приезжаем в Илюшкино. Thank you.
2812 километр. Остановочный пункт. Ладно, будем знать. Так, впереди деревенька Валерина. Не заметил, или проехали уже или с левой стороны. Видим 1, 2, 3 несколько домиков. Да нет, деревенька нехилая. Валерина. Станция Валерина. Это я с Яндекс.Навигатора.
белесое небо. Синего почти не видно. Впереди только Калачинск. За бортом -5. Яндекс-навигатор с ума сходит. Скажет, как ты едешь, где ты Проехали 2793 километр. Не знаю, что это такое. Thank you.
скорости сбрасываем. Подъехали. Калачинск, пригород. Им очень мало. Ну, а чё, что ты не сказал? А я уже... Я тебе скажу, в Калачинске мы вообще не останавливаемся. Ты прикалываешься? Чё прикалываешь? Видишь, оделся. Думал, в Калачинске остановимся. Я тебе не говорил. Я тебе говорю, что мы вообще не приезжаем. Следующая Омск, все. 11:27. Можешь спокойно. Ну ладно. Печально, конечно.
отпуске. Ha ha.
так. Горба. Нет. Thank you.
Александровна, я ребенка, брат. Да, ваша.
еще кабинет, зайди, да отключи. Нет, вот это вообще я не знаю, откуда они ведут. Или скачать личный кабинет. Это МТС? Нет, это близко неправильно, я вас открыл. МТС? МТС? Отказывайся от него нахрен. Отказываюсь, а как отказываться? Ну, другую карту покупай, снимай. Если хочешь номер... Нет, у него вообще деньги все сожрали. Номер можешь сохранить, перейти на другого оператора, сохранить номер. Если поедешь от Щиты до Хабаровска, у тебя одна минута будет обходиться в 100 рублей. Не, минуту туда подключена, но минуту туда вот не специалист отключен, 600 минут дает. А, там оператор... А если китай... другой оператор, там, звонит, да, не Татарстан, да, они снимают 3 рубля. Сейчас будет подразумевать по 100 рублей, так, 10 рублей. Потом это СМС. Краснодар есть. СМС пришли, какой-то номер отправить надо, что там. Отказаться. Там мне еще подключен был автоматический платеж. О, они таких ищут, дураков. И меня, блин, сейчас, блин, 347 рублей был, сейчас, блин, 48 рублей отнесли. Так что с ним никуда не искать. А может, роуминг? Давай, давай. Роуминг, блин, ненормально. Представляешь, ну, опять заказ. Кого? Постель, да? Заказ? Да. Постель? Постель на Ильяне. Еще раз. Как все тяжко. Здесь по-быстрому денег. Представляешь, опять заказали постельное белье. А, пока тут мы едем в поезде. Надо об этом говорить. Вот прям вот так. Заказ уже. Белья. Я думаю, какое белье? Мы оплатили белье. И что, Леша, это самое? Юля занимается. А это? Он даже не знает. Здесь какой-то номер набираешь, там что? Лучше всего, лучше всего скачать личный кабинет и все услуги, которые нужно оставить, которые нужно отключить. А, личный кабинет, да? Или еще лучше, скачать приложение личный кабинет МТС? Да, МТС. Личный кабинет МТС. Скачать приложение, зарегистрироваться там и самому всем управлять. Конечно. Все подключать и все. Личный кабинет в этом, в... Ой, господи. Play Market скачивается. Google Market, Play Market. Ну, это было. 25 что ли, смотрите, есть бесконечно. Вот там мошенник на мошеннике сидят, в этом МТС. Как впрочем. Вообще. Ты мою кошку не забирал? Я мою. Чего? Твою кружку не забирал? Нет. Ну, свой этот чемодан. Посмотри в моем чемодане. Машину не оставил. Машину не оставил. А здесь вот с этой стороны. Там. Нет. А не оплатил. Чай. Когда покупаешь сим-карту, даешь оператору, ну, в салоне, да, чтобы он тебе настроил. Начинает настраивать все, что им выгодно. Автоплатеж, там все эти вот рекламы, хрень. Не, автоплатеж я Сбербанка подключил, они не подключили. Сбербанк я подключил. Ну,
Потом, когда оформляешь сим-карту, даешь им телефон. Сим-карту взял, сам вставил, сам все настроил. Так можно, знаешь, банковскую карточку дать, пароль. На, возьмите.